Папа нам делает досочки, полочки. Вот он там работает. Мальчики ему помогают. Видите, там доски. Но что-то с ними делают. Вот. А мы с мамой сидим, кукуем дома. Боречка спит. Здравствуйте! Мы хотим взять у вас интервью. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Итак, первый вопрос. Что вы сейчас делаете? Кладу доски. Зачем они вам? А? Зачем они вам? Зачем мне доски? Да. Хороший вопрос. Такие вопросы задают городские жители. Ты же не городской житель. Да. Ну вот так. И подумай, зачем нам доски в селе? Ну, чтобы что-нибудь построить. Правильно. А молодец. Что вы хотите построить? Что я хочу построить? Да. Что нам стоит дом построить? Будут полочки. Понятно. Будут доски на полочки в дом. Будут доски на нужды семьи. Будут обзольные доски на морковку маме на грядке и так дальше. Как я понимаю, у нас весь дом будет в полочках. Лишних раз столько досок не бывает. Молодцы, мужики! Папины помощники. Саша, да, вот эти вот маленькие откидывай сюда. Это будут дрова. И вот эти вот такие тоже. Эти тоже? Ну да, тоненькие, что оно никуда не пойдет, оно на дрова. А вот такие вот кусочки, вот видишь, вот эти. Вот эти. Это туда. Складывай ровненько, хорошо? Нормально, нормально, пусть там лежит. Ты ровненько складывай их. Одну к одной. Хорошо. Потом попаяю. Хорошо, ты сразу поправляй. Да. Мы вчера пилили. Мы хотим взять у вас интервью. Как вам новая работа? Ну, вам нравится? Не знаю. Как это не знаю? Так, не знаю. Хорошо, вроде плохо. Трудно и легко. Вон, принесли. А сейчас будет легче? Да. Здравствуйте. Как вы считаете, сегодня хорошее время для работы? Хорошее. А погода? А погода хорошая? Сейчас можно так не одеваться. Ну, да, логично. Жарко. Хочется шорты одеть. Сегодня 29 октября. А у нас на улице, ну не знаю, плюс 15, наверное. Нет, я думаю, больше чуть-чуть. Я сейчас пойду посмотрю в тени. На солнце, я думаю, точно больше. Ну, где-то на пятерочку градусов, я думаю, больше. Нет, может даже на десяточку. Ну, в тени у нас плюс 9. В тени плюс 9. На солнце где? Плюс 15 будет. Ну, точно, будет плюс 15, я думаю, где-то плюс 20 тоже может быть. Жарко, на солнышке жарко. Мы вот доской занимаемся. Может, картошку начнем садить. Я не знаю, ну я шучу, конечно, но в этом году совершенно неадекватная осень. Она очень теплая. Один раз нас занесло, и все, и дороги растаяли, все отлично, все нормально. Завтра буду обратно пробовать отвезти солому друзьям в Иркутске. Но лето в Сибири. Саша дрова носит. Здравствуйте. Почему дрова-то ты носишь? Просто вкусно сидеть дома и кать. Ну все, работа почти окончена. Да, парни закончили, а папа будет сейчас носить. Молодцы. Молодцы.
помощники мои. Спасибо. Молодцы. Хорошо поработали. А теперь английским заниматься. Угу. Вот молодец, помощник. Теперь я дело делаю. Да, хорошее дело делаешь. Я пока доски носил, тут Саша все подмел. Молодец, сыночка. Горжусь тобой? Ага. Мужичок? Ха. Мужичок? Вот так. Это я там во вторую любовь-то Тёма меня послал. Куда Тёма послал тебя? Сюда, пометать. А, это Тёма тебе сказал заметать? Ну, я сам хотел. Сам хотел? Так, это они тут пёна делали. Я понял. Ну, это что, твоё желание? Или тебя Тимофей заставил? Моё. Молодец. Поэтому я говорю, что молодец. Молодцы, парни вообще у меня. Огонь, мужики. Ну что, блин, идем в песочницу? Да. Сегодня хорошая погода. Да, очень хорошая. Можно поиграться в песочнице. Сейчас Тёма тебе принесет машинку, и мы с тобой сможем играться. Давай, залазь в песочницу. Видишь, там Тёма машинку везет. Да, скажи, Тёма там машинку везет. И тут Саша ходит. Боря, видишь, машинка едет. Помоги машинке. Видишь? Помоги. Китя. Давай. Молодец. Все, Боря, теперь ты сможешь играть. Да. Давай насыпать песочек. Давай. Тебе, брат, принеси лопатки. Ага. Боря, сейчас мы выкопаем глубокую яму. Давай, Боря, видишь? Бери лопаточку и копай с ямой. Копать яму, давай вот сюда. Да, грузовик приехал, чтобы в него сыпали песочек, да?